Всем привет, ребят! Сегодня хотел бы рассказать про один интересный радар, который я нашел в мастерской Стима. Находится он у нас в Entity в Half-Life 2, и вот радар. Сейчас объясню, что как работает. Так, находится он у нас в Half-Life 2 в Entity. Вот радар. Получается, можно его настраивать, изменить. Свойства можно там показывать, например, боты, игроки, там машины, не машины. Также у нас еще к нему идет, например, так, сейчас я найду вот это оружие, тракер, лаунч. Это получается, например, вот я ставлю машину, вот она появляется на радаре, писк. Например, вот ее сейчас выкину. Все, она с радара пропала. Так, и, например, вот этот трекер, это если, например, у нас какой-то предмет, ну и как в фильме «Такси», надо за чем-то проследить. Получается, стреляем, и вот у нас отображается, только это, конечно, отображается вражеским NPC. Ну вот, можно отслеживать перемещение контейнера. Вот у нас, пожалуйста. Как не открепляется никак все. И то тоже так же, если с радара пропадет. Выкидываем. Все, пропал с радара. Если появится, опять будет сигнал. Ну вот, например, отличу я сейчас. Все, вот радар, получается, схватил сигнал. Также насчет самолетов, получается, вот у меня есть самолет маленький, вот маленький, вот он сразу отобразился. И получается, если сейчас я его запущу, и он улетит. Вот он с радаров пропадет. Он маленький, вот вообще почти не видно, он как муха. И все, он пропал с радаров. И вот даже я его не вижу, где он. Сейчас он должен развернуться. Будем его искать. По высоте. Вот. Ну, сильно высоко в небе. Так что воздушные средства не сильно получится перехватывать. Радар также можно повредить. Например. Но он перезагрузится. Он поискрит и перезагрузится. Так, дальше можно еще установить в автомобиль. Например, ну вот вертолет, например, вот в Ми-8 удобно вот установить. Потому что тут хотя бы видно. Вот, например, если вот так поставить и на сварку, то будет хотя бы видно. Вот так садимся, конечно, поближе. Поближе. Вот так как-нибудь. И на сварку. И вот можно, например, обнаружить что-либо. Ну, внутрь как-то не сложновато установить, потому что хоть изменения, получается, столкновение, даже если убрать, трудно именно сваркой, получается, соединить вертолет и радар. Ну, на этом, в принципе, все, ребят. Спасибо за просмотр. Все ссылки на аддоны, которые были в видео, оставлю в описании. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.